15 лет он вступил добровольцем в Красную армию, а в 35 стал самым молодым членом советского правительства. В годы Великой Отечественной войны занимался эвакуацией промышленных предприятий и спасал жителей блокадного Ленинграда. В 60-е годы, возглавив Совет министров, превратил СССР в энергетическую сверхдержаву и почти на треть увеличил реальные доходы населения. Алексей Косыгин – один из забытых советских вождей, которого называли главным инженером страны и самым человечным из кремлевских владык. Алёша Косыгин родился 21 февраля 1904 года в Петербурге в семье токаря минно-торпедного завода «Леснар». Квалифицированным рабочим до революции платили неплохо. Зарплаты отца семейства хватало на то, чтобы содержать жену и троих детей. Правда, жила семья тесновато. На пятерых – одна комната в коммунальной квартире. А через 4 года Косыгиных стало четверо. Похоронив жену, Николай Ильич не стал вступать в новый брак. Николай Ильич отдал Алексея в коммерческое училище, аналог средней школы. Преподаватели поражались незаурядным способностям мальчика. Он сходу перемножал в уме пятизначные числа и извлекал квадратные корни. Отец прочил Алёше карьеру банковского служащего. Для начала кассира, а когда-нибудь потом, возможно, даже управляющего. Октябрьская революция в одночасье изменила весь жизненный уклад. Большевики провозгласили власть рабочих и крестьян, пообещав им неограниченные возможности. Алёша Косыгин, как и его отец, без колебаний встал на сторону большевистской партии. В 15 лет, подобно многим своим сверстникам, он вступил добровольцем в Красную армию. Алёша мечтал о лихих боях с белогвардейцами и опасных приключениях. Но все оказалось куда прозаичнее. Его ждали суровые военные будни, рытье окопов и строительство полевых укреплений. Косыгин быстро убедился, что к армейской службе у него нет призвания. В марте 1921 года он демобилизовался. Гражданская война закончилась, началась мирная жизнь. И Косыгину предстояло найти в ней свое место. К тому моменту российская экономика была полностью разрушена. В Поволжье свирепствовал голод. Одно за другим разгорались крестьянские восстания. Народ был недоволен новой властью. Тогда советское руководство решило отменить запрет на частную торговлю. Началась эпоха НЭПа. НЭП – новая экономическая политика. Введена 14 марта 1921 года декретом 10-го съезда большевистской партии. Заключалась в допущении элементов рыночных отношений и рассматривалась как временная мера на пути к социализму. Главными целями НЭПа были стимуляция экономической активности населения, восстановление народного хозяйства, снижение социальной напряженности. Население огромной страны нуждалось в самых разных товарах – от мяса и масла до гвоздей или школьных тетрадей. Но государство не успевало заниматься ни производством, ни распределением всего необходимого. Эту задачу взяли на себя негосударственные предприятия – кооперативы. Гибкий и наделенный деловой хваткой Алексей Косыгин увидел, что для него открывается обширное поле деятельности –
1924 году он окончил кооперативный техникум и отправился в Сибирь, чтобы развернуть сеть потребительских магазинов. Дела шли хорошо. Он занимался закупками меха и сельхозпродукции и постоянно колесил по тайге, заглядывая в самые глухие уголки. Эта работа была связана с риском. Крестьяне поначалу не доверяли кооператорам. Считали, что те хотят их обмануть. Один из коллег Косыгина, оставшись на ночевку в сельском доме, утром уже не проснулся. Был отравлен хозяевами. А однажды в 40-градусный мороз за санями, на которых ехал Косыгин, увязалась стая волков. Косыгин со всей силы гнал лошадей, пока не убедился, что ушел от преследования. Эпоха НЭПа подарила предприимчивым людям возможность не только проявить свои таланты, но и разбогатеть. Молодой Алексей Косыгин не упустил своего шанса. С середины 19 века бассейн реки Лены славился своими золотыми приисками. После революции они были национализированы и вскоре стали убыточными. Большевикам не хватало опыта управления крупным бизнесом. Тогда они передали право на добычу золота британскому акционерному обществу «Лена Голдфилдс». С советской стороны работу совместного предприятия возглавил Косыгин. Он легко нашел общий язык с западными партнерами. В свои 23 года Косыгин – перспективный специалист, успешный предприниматель и еще завидный жених. Его избранницей стала Клавдия Андреевна Кривошеина. Венчаться не стали, просто расписались в Киренском ЗАГСе. Через год у молодоженов родилась дочь Людмила. Но вскоре стабильной жизни пришел конец. НЭП исчерпал свой потенциал для развития экономики. Смена курса прямым образом сказалась на судьбе сибирских кооператоров. Многие из них в прошлом входили в меньшевистскую и эсеровскую партии и теперь были объявлены врагами народа. В числе арестованных были коллеги и друзья Косыгина. Происходил настоящий разгром кооперативного движения. Все, чего Косыгин добился за последние годы, обесценилось. В 1930 году он вместе с семьей спешно покидает Сибирь. В родном Ленинграде Алексею Николаевичу предстоит встраиваться в новую реальность. По сути, начинать жизнь с нуля. Но он не унывает, не жалуется на судьбу и решает связать свое будущее с текстильной промышленностью. Как бы ни менялась государственная политика, народ всегда будет нуждаться в одежде и тканях. В 1935 году Косыгин оканчивает текстильный институт и становится мастером ткацко-красильной фабрики имени Желябова. Затем начальником смены. Его карьера быстро набирает обороты. Уже через два года Косыгин возглавляет предельно-ткацкую фабрику «Октябрьская». Он обеспечивает чистоту и порядок в цехах, высокие производственные показатели, образцовое ведение бухгалтерии. Молодой, энергичный директор необычайно популярен среди сотрудниц и находится на хорошем счету у городского руководства. Тем временем в стране происходят события, которые позже получат название «Большого террора». Большой террор – период активизации массовых репрессий в Советском Союзе, которые пришлись на 1937 и первую половину 1938 годов. За это время по обвинению в антисоветской деятельности было арестовано 1 миллион 300 тысяч человек. Около половины из них, более 681 тысячи, были приговорены к высшей мере наказания. Репрессиям подвергались целые категории граждан, в том числе партийная и государственная элита. На смену репрессированным руководителям во власть должны были прийти молодые люди – деловые и прагматичные, такие как Косыгин.
В 1938 году он занимает пост председателя исполкома Ленсовета. Прежний председатель Алексей Петровский расстрелян. Отныне в круг повседневных обязанностей Косыгина входят организация работы городского транспорта, строительство жилья, школ, магазинов, пунктов детского питания. А в Кремле внимательно присматриваются к новому главе Ленинградского исполкома. 31 декабря 1938 года его срочно вызвали в столицу, без объяснения причин. Косыгин поспешил на вокзал. Выйдя из поезда, купил свежий выпуск газеты «Правда». И первым делом увидел свою фамилию. Указом Президиума Верховного Совета Алексей Николаевич Косыгин был назначен наркомом текстильной промышленности СССР. Всего за 5 лет Косыгин прошел путь от выпускника вуза до министра. До начала войны оставалось 2,5 года. Второго июня 1941 года немецкие войска перешли советскую границу. Под угрозой уничтожения оказались миллионы мирных жителей. Кроме того, неприятелю могли достаться сотни промышленных предприятий, которые должны были обеспечить обороноспособность страны. 24 июня, через 2 дня после немецкого вторжения, при советском правительстве был создан Совет по эвакуации. Его председателем назначили старого большевика Николая Шверника. Николай Михайлович не отличался крепким здоровьем, так что основная тяжесть работы пала на его заместителя, Алексея Косыгина. Он не ограничивался отдачей приказов и, часто рискуя жизнью, выезжал на фронт. Порой приходилось эвакуировать предприятия прямо из-под носа у немцев. Так что эшелоны с оборудованием уходили под обстрелом вражеской артиллерии. Так, например, было в Харькове. Военное руководство предлагало уничтожить танковые, турбинные и электромеханические заводы, чтобы они не достались противнику. Однако Косыгин настоял на вывозе заводов на Урал. Когда оборудование погрузили в вагоны, Косыгин отправился в Москву. Отъехав от города, он едва не попал под немецкий обстрел. За последние часы линия фронта подошла непосредственно к Харькову. Благодаря работе Совета по эвакуации, летом и осенью 1941 года из фронтовой зоны в восточные районы страны, Урал, Сибирь и Среднюю Азию, было перебазировано 2593 предприятия, эвакуировано свыше 18 миллионов человек. Из колхозов и совхозов было вывезено более 8,5 миллионов голов скота, большое количество зерна, продовольствия, семян. Это позволило сохранить промышленный потенциал Советского Союза и во многом обеспечило победу в Великой Отечественной войне. В декабре 1941 года Совет по эвакуации выполнил свою задачу и был расформирован. А в январе 1942-го Косыгин в качестве представителя Государственного комитета обороны вылетел в блокадный Ленинград. Положение горожан было критическим. К началу зимы практически все продовольственные запасы были исчерпаны. В городе не было воды, света, отопления. Смертность от голода и холода составляла до 8 тысяч человек в день. Уже на следующий день Косыгину открылся весь ужас того, что выпало на долю ленинградцев. Проходя по улице, он увидел 2 мальчиков. Они везли хоронить своего товарища.
Приглядевшись, Косыгин заметил, что у лежащего на санках мальчика дернулось веко. Тогда Алексей Николаевич взял ребенка на руки, и тот начал приходить в себя после голодного обморока. По распоряжению Косыгина мальчика накормили и вывезли из города. Поначалу население Ленинграда эвакуировали на кораблях, а в феврале заработала знаменитая «Дорога жизни». Благодаря этой ледовой дороге через Ладожское озеро удалось спасти множество жизней. Большую роль в ее открытии сыграл Алексей Косыгин. Он организовал пункты эвакуации и восстановил работу железнодорожной ветки, ведущей к западному берегу Ладоги. Предприятия, которые оставались в осажденном Ленинграде, остро нуждались в топливе. Весной 1942 года Государственный комитет обороны постановил к 20 июня провести трубопровод по дну Ладожского озера. На тот момент проект не имел аналогов в мире. Протяженность трубопровода составила 30 километров. В самой нижней точке труба прошла на глубине 13 метров под водой. Даже в мирное время осуществить работу такого масштаба за несколько недель казалось практически невозможным. А в военных условиях под вражескими бомбардировками и артобстрелами выполнение этой задачи было равносильно подвигу. Контроль над строительством был возложен на Алексея Косыгина. Он лично руководил всеми этапами работы, начиная от исследования озерного дна и заканчивая сваркой труб, их монтажом и прокладкой. В итоге трубопровод был сдан досрочно. С конца июня 1942 года в Ленинград ежедневно поступало до 300 тонн бензина и керосина, которые были так необходимы для выживания города. Алексей Николаевич не любил вспоминать о войне. Он вообще неохотно делился с окружающими своими чувствами. В военные годы, сталкиваясь со смертью и разрушением, Косыгин не давал воли переживаниям. День Победы Косыгин встретил в должности председателя Совета народных комиссаров РСФСР, то есть главы правительства Российской Республики. К тому времени Сталин уже подбирал себе будущего преемника. На короткое время Косыгин вошел в ближний круг Сталина и даже получил от него прозвище «Арифмометр». Алексей Николаевич, обладавший феноменальной памятью на числа, был незаменим, когда требовалось уточнить те или иные данные. Все это вызывало зависть давних сталинских приближенных, таких как Лаврентий Берия или Георгий Маленков. В верхних эшелонах власти процветали интриги и взаимное недоверие. Клавдия Андреевна предостерегала мужа. «Это не для тебя, Алеша. Это не твой мир». А он в ответ лишь качал головой. Но что он может поделать? Уйти в тень? Власть как таковая никогда не интересовала Косыгина, но именно она позволяла добиться значимых результатов. Вскоре Косыгин почувствовал, что над ним нависла угроза. В 1949 году началась серия судебных процессов, известная как «Ленинградское дело». Десятки партийных и государственных деятелей были обвинены в подготовке государственного переворота. Среди расстрелянных по этому делу были недавние сталинские выдвиженцы – председатель Госплана Николай Вознесенский и секретарь Центрального комитета партии Алексей Кузнецов. Жена Кузнецова была дальней родственницей Косыгина. Уже одно это было достаточным основанием для того, чтобы опасаться ареста. И действительно, в материалах ленинградского дела фамилия Косыгина неоднократно упоминалась. Из воспоминаний зятя Косыгина Джермена Михайловича Гвишани. «Каждое утро, уезжая на работу,
Обняв Клавдию Андреевну, расставаясь с нами, он говорил: «Прощайте», и напоминал о заранее обговоренных условиях, как нам быть, если с ним что-то случится. В один из выходных, находясь на даче, Косыгин сел в лодку, отплыл подальше, закинул удочку. Рядом с Косыгиным был его зять. Убедившись, что никто его не видит, достал пару каких-то свертков и бросил их в реку. Кроме них двоих, никто не знал, что находилось в свертках. С военного времени у Алексея Николаевича оставались два пистолета. В случае ареста наличие боевого оружия могло стать отягчающим обстоятельством. Следствию не составило бы труда обвинить Косыгина в подготовке покушения на жизнь Сталина. Такие случаи уже бывали. Несколько месяцев прошли в напряженном ожидании, но за Косыгиным так и не пришли. Вскоре, в перерыве одного из партийных съездов, Сталин похлопал его по плечу. «Ну как ты, Косыга? Ничего, ничего, еще поработаешь». Через полгода, в марте 1953-го, Сталин умер. К руководству страной пришли люди, которые не питали к Косыгину больших симпатий. И хотя Алексей Николаевич остался в правительстве, он на долгое время был отодвинут на второй план. Для коллег и подчиненных Косыгин всегда был закрытой книгой, сдержанный, суховатый, погруженный в себя. Даже в брежневские времена, когда нормой станет совсем другой стиль поведения, более легкий и компанейский, Косыгин не изменит своим правилам. Он будет держаться в стороне от шумных застолий с высшими лицами государства, предпочитая общение в семейном кругу. Зато дома, на своей территории, Алексей Николаевич преображался, становился открытым и общительным. Он бесконечно ценил жену, Клавдию Андреевну, гордился дочерью Людмилой, которая стала ученым-международником. Обязательно находил свободное время для внуков, Тани и Алеши. Любимое занятие – игра в лошадку. Встать на четвереньки и катать малышей на спине, пока те с радостными криками погоняют своего деда. Из воспоминаний дочери Косыгина Людмилы Алексеевны Гвишани. «Праздники мы всегда проводили с родителями. Никто не думал о разнице в возрасте. Ни родители, ни дети. А позднее и внуки. Всем было интересно и весело. В доме у нас царило полное равноправие, основанное на естественном уважении младших к старшим, но позволяющее высказывать свою, в том числе и критическую, точку зрения по любому вопросу. И в городской квартире Косыгиных, и на даче в Архангельском часто появлялись гости. В основном старые друзья. Те, с кем он провел молодость в Сибири и Ленинграде. А еще философы, ученые, писатели, композиторы. Среди них Михаил Шолохов, Арам Хачатурян и другие. В 1960 году Никита Хрущев назначил Косыгина своим первым заместителем в Совете министров. К тому времени в Советском Союзе остро назрела необходимость серьезных преобразований. С 30-х годов основой экономики оставались тяжелая индустрия и военно-промышленный сектор. Товаров широкого потребления по-прежнему не хватало. Уровень жизни был невысок, особенно при сравнении с западными странами. В перспективе это могло привести к массовому недовольству и самым непредсказуемым для власти последствиям. Хрущев выдвинул новый лозунг «Догнать и перегнать Америку» и пообещал, что через 20 лет советские люди будут жить при коммунизме.
Он начал активно вводить экономические инновации, ликвидировал отраслевые министерства, запретил колхозникам держать личный скот, внедрял посевы кукурузы, которая не приживалась в северном климате. Многие из хрущевских реформ доказали свою неэффективность и впоследствии были отменены. По мнению Алексея Косыгина, было необходимо устранить главную системную ошибку – отказаться от устаревших методов руководства, когда все решения принимает центральная власть. Косыгин пытался возражать Хрущеву, указывать на его просчеты. Однако тот крайне неохотно прислушивался к чужому мнению, а в своем первом заместителе видел всего лишь квалифицированного исполнителя. Когда осенью 1964 года в высшем партийном руководстве сложился заговор против Хрущева, Косыгин не входил в число его главных участников. Однако он без колебаний поддержал смещение первого лица государства. Теперь у Косыгина появился шанс воплотить собственные идеи по модернизации социалистической экономики. Идеи, которую он вынашивал уже несколько лет. Из воспоминаний советского партийного деятеля Николая Григорьевича Егорычева. Алексей Николаевич не мог сдержать своих чувств. Я никогда раньше не видел его таким возбужденным, точнее, в столь приподнятом настроении. Это был искренний всплеск эмоций человека, который более четверти века вынужден был подчиняться чужой воле, создавая о себе мнение как о технократе, далеком от политики. После отставки Хрущева в стране был провозглашен принцип коллективного руководства. Партию возглавил Леонид Брежнев. Косыгин же стал председателем Совета министров, главой советского правительства. Наступило время масштабных экономических преобразований. В народе они получили название «Косыгинской реформы». Так называемая «Косыгинская реформа» начала проводиться в 1965 году. Ее смысл заключался в том, чтобы избавить предприятия от диктата плановой экономики и дать им хозяйственную свободу. Рабочие коллективы наделялись правом самостоятельно определять ассортимент своей продукции, то есть выпускать лишь те товары, которые пользуются реальным спросом. Предприятия после выполнения обязательных плановых поставок могли по своему усмотрению распоряжаться частью полученной прибыли, вкладывать ее в развитие производства, в строительство жилья для сотрудников или выплачивать в виде премий. По сути, это означало введение элементов рыночной экономики, что противоречило устоявшимся идеологическим догмам. Косыгин прекрасно понимал, голодный человек советской власти не союзник. Чтобы в корне подавить саму возможность социального протеста, необходимо повысить качество жизни в стране. А для этого нужно развивать все отрасли, в том числе сферу услуг, культуру, образование, медицину. Но прежде всего заполнить магазины товарами. При Косыгине начинается массовое производство телевизоров, радиоприемников, холодильников, стиральных машин. Растет выпуск одежды из синтетических тканей, таких как капрон и нейлон. В Тольятти по контракту с итальянским «Фиатом» идет строительство Волжского автозавода. Появляется легендарная «Копейка» — автомобиль ВАЗ-2101. Растут зарплаты, строится новое жилье. Получают распространение потребительские кредиты. В 1967 году вводится второй выходной. И это тоже заслуга Косыгина. Восьмая пятилетка, которая прошла под знаком Косыгинской реформы, стала самой успешной в послевоенной советской истории. По итогам восьмой пятилетки, которая продолжалась с 1966 по 1970 годы, национальный доход вырос на 186%. Производство предметов широкого потребления на 203%, розничный товарооборот на 198%. В
фонд заработной платы на 220%. Наши цели и практические действия проникнуты и заботой об укреплении мира, о благе человека труда. Как ничто другое говорят о высоком гуманизме политики Коммунистической партии и советского правительства. После того, как Косыгин возглавил Совет министров, на него легла новая обязанность – представлять страну за рубежом. Занимаясь международными делами, Алексей Николаевич быстро входил в курс дела, вел успешные переговоры, умел находить убедительные аргументы. Ваша борьба встречает самый горячий отклик и чувство солидарности у советских людей. Первой дипломатической победой Косыгина стало примирение двух враждующих государств – Индии и Пакистана. Благодаря вмешательству Алексея Николаевича в январе 1966 года лидеры этих стран подписали декларацию о прекращении огня. Впоследствии Косыгин неоднократно выступал на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, обсуждал вопросы ядерного разоружения с американским президентом Линдоном Джонсоном. Встречался с премьер-министром Канады Пьером Элиотом Трюдо, французским президентом Шарлем де Голлем, бывал на приеме у британской королевы Елизаветы II. Крупнейшие западные политики видели в Косыгине достойного партнера. За границей Алексей Николаевич проявлял живой интерес ко всему, что видел. С любопытством пробовал непривычную еду. И обязательно выходил из машины, чтобы пройтись по городу, в котором ему довелось оказаться, будь это Нью-Йорк, Париж или египетская Александрия. Косыгин непременно хотел подробно осмотреть дома и витрины, в прямом смысле слова потрогать все своими руками. Однажды это привело к неприятному инциденту. Когда Алексей Николаевич прогуливался по Оттаве, канадской столице, он едва не стал жертвой покушения со стороны венгерского иммигранта, который выступал против советской политики в Восточной Европе. Из толпы вынырнул человек в черном, бросился на Косыгина и попытался повалить его на землю. Охранники немедленно отреагировали и оттащили советского премьера к автомобилю. А тот, осмотрев свой пиджак, только покачал головой. Надо же, пуговицу оторвал. Первым из советских лидеров Косыгин начал брать в заграничные поездки супругу. Интеллигентная, владеющая двумя иностранными языками, она производила неизменный фурор. Но вскоре о зарубежных визитах пришлось забыть. В сентябре 1966 года у Клавдии Андреевны обнаружили рак. Прогнозы врачей были неутешительными. Алексей Николаевич каждый вечер приезжал в больницу и оставался ночевать в соседней палате. Так продолжалось несколько месяцев. Накануне 1 мая 1967 года Клавдия Андреевна почувствовала себя хуже, чем обычно. Все родственники были рядом. Все, кроме мужа. В тот день, когда страна отмечала День весны и труда, Алексей Косыгин вместе с другими членами Политбюро стоял на трибуне Мавзолея. По его виду, как обычно сдержанному, никто не мог бы догадаться о переполнявших его чувствах. Только после того, как закончилась демонстрация, Алексею Николаевичу сообщили: его жена скончалась. Он помчался в больницу, а потом весь вечер ходил кругами вокруг дачи в Архангельском. Пытался успокоиться, но не мог. Ему все напоминало о жене.
Из воспоминаний советского разведчика Вадима Алексеевича Кирпиченко. Однажды Алексей Николаевич заговорил о том, что несколько лет назад потерял жену, что она была очень образованной и доброй женщиной, настоящим другом. Я вдруг почувствовал, что он очень одинок, что ему надо выговориться, что не вмоготу хранить в себе свои тяжелые мысли. А тем временем Косыгинская реформа продолжалась. Она всколыхнула советское общество. В самом воздухе носилось предчувствие чего-то нового и радостного. В прессе и вузовских аудиториях взахлеб велись дискуссии о новых методах управления народным хозяйством. Свободно мыслящие экономисты с хорошим математическим образованием стали настоящими героями эпохи. Однако в среде партийной бюрократии росло недовольство переменами. Люди, привыкшие к административно-командным методам руководства, понимали, в новой экономической ситуации они становятся лишним звеном. Вскоре у противников реформы появился сильный аргумент. В январе 1968 года первым секретарем ЦК Чехословацкой коммунистической партии был избран Александр Дубчик. Он объявил о создании социализма с человеческим лицом и взял курс на либерализацию экономики. События тех дней назвали «Пражской весной». «Пражская весна» — период обновления в экономической, политической и культурной жизни Чехословакии. Продолжался с января по август 1968 года. Реформы, которые проводились лидером правящей коммунистической партии Александром Дубчиком, были направлены на расширение прав и свобод граждан. В ходе «Пражской весны» был ослаблен государственный контроль над средствами массовой информации. Благодаря отмене цензурных ограничений в прессе развернулись острые дискуссии о дальнейших путях развития страны. Недовольство коммунистическим правлением принимало радикальные формы. На центральных площадях Праги появлялись толпы с антисоветскими и откровенно русофобскими лозунгами. То, что происходило в Чехословакии, в перспективе могло привести к ее выходу из социалистического блока. В ночь с 20 на 21 августа в Чехословакию вошли войска стран Варшавского договора. Более 250 тысяч солдат и офицеров и около 5 тысяч танков. Пражская весна была подавлена. Но кто мог гарантировать, что подобный сценарий не повторится в Советском Союзе? Что, если народ, получивший экономическую свободу, потребует изменения политического строя? Со временем в положениях Косыгинской реформы обнаружились серьезные изъяны. Сочетание планового и рыночного принципов оказалось менее эффективным, чем казалось вначале. Хотя доходы населения росли, реальная производительность труда при этом зачастую падала. Это вело к скрытой инфляции и появлению новой волны дефицита. С прилавков магазинов начали исчезать дешевые товары народного потребления, например, ситцевые и сатиновые ткани. Производить их предприятиям было невыгодно. Хотя никто официально не отменял положение Косыгинской реформы, их начинают дополнять многочисленными инструкциями и разъяснениями. Все они направлены на сохранение государственного контроля над экономикой. К концу 60-х годов преобразования постепенно сворачиваются. А перед Косыгиным уже открывался огромный фронт новой работы. В 20 веке главным экономическим ресурсом стала нефть. Советское правительство вкладывало серьезные средства в поиск новых месторождений. Косыгин лично курировал геолого-разведочные работы. Во второй половине 60-х они привели к открытию гигантских залежей нефти и газа в Западной Сибири. Thank you.
На одном только Самотлорском месторождении каждая пробуренная скважина давала до 300 тонн нефти в сутки. Журнал Business Week сообщал: новые открытия делают Советский Союз нацией номер один по разведанным запасам. Но для того, чтобы использовать эти природные богатства, в Сибири требовалось едва ли не с нуля создать целую отрасль экономики – нефтегазовый комплекс, построить буровые и трубопроводы, разработать и ввести в эксплуатацию современные технологии добычи. Вскоре произошло событие, которое привело к колоссальным последствиям. Мировые цены на нефть подскочили в несколько раз. Подорожание нефти произошло после так называемой «войны судного дня», в которой Израиль одержал победу над Египтом и Сирией. Вслед за этим арабские страны прекратили поставки нефти западным государствам, поддержавшим в этом военном конфликте Израиль. В результате в 1974 году стоимость нефти выросла с $3 за баррель до 12. К 1980 году баррель нефти стоил уже $37. В советскую экономику хлынул валютный поток – до 16 миллиардов долларов ежегодно. В 1970 году экспорт нефти и газа составлял 15,6% от общего объема советского экспорта. К 1987 году это число возросло до 46,5%. Нефтедоллары шли на закупку продовольствия и других потребительских товаров. Мы живем в замечательное время. В стране создан такой мощный экономический потенциал, который позволяет держать на должной высоте обороноспособность нашего государства и в то же время из года в год поднимать уровень жизни народа. На заседаниях Политбюро Косыгин доказывал, экспорт природных ресурсов не решит всех проблем. Нужно продолжать реформы и развивать все сферы промышленности. Но партийное руководство не прислушалось к доводам Косыгина. Победило мнение, что вкладывать деньги в добычу сырья выгоднее, чем развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения и других наукоемких производств. Из воспоминаний председателя правительства Чехословакии Любомира Штроугала. Косыгин, такой, казалось мне, сдержанный человек, вдруг небывало остро для него раскритиковал отношение к экономической реформе. «Ничего не осталось», — горько сказал он. «Все рухнуло. Все работы остановлены». Даже в эти годы, когда рушилось дело его жизни, Косыгин не потерял интереса к работе. Он ощущал личную ответственность за все, что происходит в экономике страны. Ежедневного внимания председателя правительства требовали сотни вопросов. От проблем разработки алмазных залежей Якутии до улучшения обслуживания в кафе и рабочих столовых. Вырабатывая конкретное решение, Косыгин всегда учитывал мнение специалистов и был внимателен к любым замечаниям, от кого бы они ни исходили. Его любимое выражение «Неужели у нас сообразиловки не хватит решить эту проблему?» При этом он не принимал никакой приблизительности. Николай Голдин, один из советских министров, говорил: «К докладу на заседании, которое ведет Алексей Николаевич, я готовлюсь как к защите диссертации». Демократизм Косыгина вошел в легенды. Он регулярно выезжал на предприятия и встречался с трудовыми коллективами, что вызывало недовольство Брежнева. Ищет, дескать, дешевой популярности. Даже на отдыхе в Пицунде Алексей Николаевич останавливался в общем корпусе санатория, чтобы пообщаться с обычными отпускниками. В отличие от многих советских руководителей, Косыгин всю жизнь держал себя в тонусе. На завтрак стандартный набор – творог, овсяная каша и чай из самовара. Минимум алкоголя по праздникам. И неизменная страсть – спорт. Зимой он ходил на лыжах, летом бегал на длинные дистанции. Во время отпуска совершал горные походы. Был заядлым рыболовом. По выходным играл в волейбол и городки. В
Все это позволило Косыгину даже в пожилом возрасте оставаться подтянутым. В июле 76-го, после обеда, Алексей Николаевич сел в лодку и с удовольствием оттолкнул весла. Погода была теплая и тихая. Ничто не предвещало беды. Неожиданно, отплыв 200 метров от берега, Косыгин покачнулся, завалился на бок. Увидев это, двое охранников вплавь пустились на помощь. Несколько минут он не приходил в сознание. Как объяснили врачи, в мозгу лопнул сосуд. Позже, в беседе с другом, председателем Госплана Николаем Байбаковым, Косыгин сказал, что побывал тогда на том свете. И добавил: «Там очень неуютно». Во второй половине 70-х Алексей Николаевич все сильнее ощущал холодок за своей спиной. Другие члены Политбюро недолюбливали его за прямоту и принципиальность. Косыгин стал единственным из высшего руководства страны, кто выступил против ввода советских войск в Афганистан. С самого начала не поддерживал идею поворота северных рек, понимая, что это приведет к непредсказуемым последствиям для экологии. Отказывался повышать потребительские цены на бензин. Первый заместитель Косыгина Николай Тихонов явно метил на его место. Тихонов пользовался любым удобным случаем, чтобы посеять у Брежнева недоверие к своему шефу. Но генеральный секретарь не спешил отказываться от Косыгина, человека, на чьих плечах держалось здание советской экономики. Последней из возложенных на него крупных задач стала подготовка к летним Олимпийским играм 1980 года. За 5 лет до начала Олимпиады в стране развернулось бурное строительство, которое курировал Алексей Косыгин. В Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Таллине было построено с нуля или реконструировано около 100 объектов. Именно тогда появились спорткомплекс «Олимпийский», дворец спорта «Динамо», гостиница «Космос», второй терминал аэропорта «Шереметьево». Подготовка Олимпиады потребовала от Косыгина крайнего напряжения сил. Уже после того, как в небо улетел олимпийский мишка, и зарубежные гости разъехались по домам, у Алексея Николаевича случился инфаркт. Когда он начал приходить в себя, раздался телефонный звонок. Секретарь ЦК Константин Черненко без долгих предисловий сказал: «Есть мнение, что вам надо подать в отставку». Алексей Николаевич не стал возражать, лишь сухо уточнил, почему ему звонит не Брежнев. «Он тоже болеет», — ответил Черненко. В тот же день Косыгин написал письмо в ЦК с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. В письме содержалось политическое завещание Косыгина. Он говорил о том, что необходимо омолодить руководство страны. Но в опубликованной версии этих слов не осталось. Помощники Брежнева их вычеркнули. Совет министров возглавил 75-летний Николай Тихонов. А спустя 2 месяца, в декабре 80-го, прямо во время больничного обхода, у Косыгина остановилось сердце. Врачи немедленно приступили к реанимации. Однако на этот раз не смогли вытащить Алексея Николаевича с того света. На прощание с телом бывшего председателя Совета министров было отведено 4 часа. Но к Центральному дому Советской армии, заполонив соседние улицы, стекались десятки тысяч москвичей. Тогда организаторы продлили прощание еще на 4 часа, а люди все приходили и приходили. С тех пор прошло несколько десятилетий. К концу 80-х плановая экономика, в том виде, в котором она существовала после сворачивания Косыгинской реформы,
окончательно доказала свою неэффективность. Вскоре распался Советский Союз. Выросли новые поколения, которые знают о социализме из фильмов и книг. Но для тех, кто еще помнит Алексея Косыгина, он остался, пожалуй, самым любимым из всех советских вождей. Честным и мудрым руководителем, который прилагал все силы, чтобы развернуть громоздкую социалистическую экономику в сторону человека.